Итак, смотрите, секретная техника, дополнение, как мы работаем с лопаткой, да? Я про это сказал вам в предыдущем видеоролике, да? А сейчас я обещал вам показать некоторый такой эффектик, маленький нюанс, который очень важен в нашем мануальном массаже. Как вы помните, мануальный массаж для чего предназначен? Для того, чтобы растрясти позвоночник, подготовить связочный аппарат для дальнейших манипуляций таких достаточно серьезных, громких, кричащих, где все хрустит, да? Для коррекции позвоночника. Но для этого мы продолжаем, вот я все время говорю, что мы воздействуем на вот эту вот вертикаль, да? Либо мы ее разжимаем, либо мы ее растрясаем, либо мы как-нибудь вибрируем, да, вот с этими позвоночниками. И когда мы работаем с лопаткой, вы не заметили, а я вам покажу еще раз, как мы тут продолжаем раскачивать тело человека. Ну, еще раз просто намекну, что здоровое тело человека, позвоночник, тогда, когда мы импульс задаем с одной стороны, видите, а он доходит до самого верха. Вот отсюда, смотрите, до ног, до пяток доходит. Вот видите, пятки шевелятся. В эту сторону запускаем, вот тут шевелится. Вот тут. Ну, тут уже слабее. Здесь слабее, возможно, потому что челюсть человека закреплена в дырке, да? А так, в принципе, позвоночник свободен. Вот. И продолжаем во время массажа, особенно во время работы с лопатками, да, вот этот импульс, вот это вращение запускать. Иногда, очень часто, да, вообще есть такая процедура даже, очень часто, человек приходит, и у него болит вот поясница. И ему заказывают какие-то приборы или вибраторы, которые вот всего лишь вот такое движение делают. Легкое покачивание. Этого уже бывает достаточно, чтобы излечить поясницу от этих спазмов, от этих болей. Да? Особенно, когда дома человек лежит, на телевизор смотрит, он может как сам себе это делать, лежа на животе, попробуй покачать так. Ой, да, только... Не за счет вот напряжения этих мышц, а именно такое, знаешь, легкое раскачивание, легкое. Еще сильнее. Амплитуда. Да-да-да, вот только мышцы не включай. Зачем? Ну, копчиком, что ли. Вот так вот. Вот. Да-да-да, вот так вот потрясти. Либо люди покупают даже такой аппарат, который, когда лежите на спине, да, смотрите телевизор, он вас тянет за пятки и вот так вот раскачивает ваше тело. Люди за это деньги платят, ё-моё, а мы это можем, вот всего лишь за то, что раскачивают, да, представляете, аппарат такой. А мы это делаем во время массажа, да, дополнительно, как я вам говорил, я люблю совмещать несколько движений. То есть, пока мы обрабатывали лопаточку, у нас расслаблялся наш корпус, да, организма, а при этом второй локоть ходил, вот видите, вот так вот, видите, и он ходил в противовесе моих движений здесь, то есть, если я веду вот туда, то он в обратную сторону. Если я локтем вырабатываю, да, он тоже вот так вот ходит. Но это я специально демонстрирую такое активное его движение, да, на самом деле все гораздо медленнее, вот так вот практически незаметно. Вот видите, точки, вот я прохожу, также продолжаю раскачивать таз пациента. Вот и здесь так вот, вот видите. Все как бы плавно заканчивается, когда мы убираем руку. Вот такой вот нюансик я вам хотел рассказать. Так что до встречи в наших следующих видеоуроках. Я вам расскажу еще кое-что интересное.